Приветствую всех на канале Fox Tale, с вами Катерина, и это зимний и холодный день в Форесте. Честно, я уже околела бегать по зимнему биому, схватила простуду. Вот пришла к пацанам, говорю, пацаны, согрейте, но они какие-то холодные, греть меня не хотят. Переночевала ночку тут, а теперь, говорит, надо честь знать, вали-ка ты, Катенька, отсюда. Поэтому, знаешь, прилетела птица, куда она полетела? В палатку залетала птица ко мне, меня она и разбудила. Поэтому мы с тобой продолжаем беготню по снегам. Видишь, снегоступы. Как ты ножками умеешь? Умничка мой. Я не знаю, увенчаются ли наши поиски сегодня успехом или нет, но в конце-то концов, я думаю, нам с тобой пора выбираться к теплу. Потому что дубак и холод меня немножечко поднаконал. Поднаконал и подболел. В какой стороне наш с тобой дом? Хотя можно, наверное... И сюда чуть-чуть пробежать, да? Ё-моё! Мы нашли! Ой! Я за этим... Слышь, кабина, заяц, ну ты мог предупредить меня? Кабина, кабина, я за тобой гонялась и искала тебя. Это нос самолета, прикиньте, мы нашли. Так я мимо пробежала в прошлой серии. Я поднялась вон там, а надо было подняться тут. Ух, не зря с холодаками этими спала. Видать, они меня ночью на ушко шепнули. Так, ну давай переоденемся, что ли. Чем порадуешь Ой, не-не-не-не. Верни, пожалуйста, верни. Я не хочу с голыми руками. Синие вены скрыть хочу. А можно мне мою черную вернуть куртку? Красная. Во, нормально. Так, у меня хорошая кожанка. О, фига себе, это ракетница. Ракетница. Я так радуюсь. Я тут трупы лежат. Пацаны, я тут немножко у вас пошелудю. А можно у них что-то забрать? Эй, мэйдэй. Смотри, как они прям сидят в кресло. Ремни безопасности. Видишь, как держат? Никто их не мог содрать с места. Ну ладно. Этот даже после себя оставил знак какой-то. Прикольно. Так. Ну, слава богу, мы с тобой нашли. Вот она, родимая. Давай заправим, да, получается? Я знаю, сейчас мы даже что с тобой сделаем. Окей. Мы с тобой сейчас метнемся назад. Мы с тобой метнемся назад к нашим братьям спящим. У них там как раз ракетницы лежали. Я их подобрать не могла. А причем они постоянно появляются? То есть, если я перезайду, они опять там будут? А я их потеряла. А где они спящие-то? В сети. Вон они. То есть, так можно набрать ракетниц? Веселенькая задачка. Эй, подожди, не мерзни. Не мерзни. У нас с тобой есть ракетница. Значит, теперь мы с тобой дальше можем двигаться по квесту. Нам проще с тобой будет выживать. Я так понимаю, ракетница здесь неплохое. А оружие? Эй, стой, подожди. А может, стрелы будут? Нет, ракет. Ракет. Ну, давай только и монетки соберем. Ой, это мне как раз надо лекарство. Ой. Так, пацаны, я вас немного на мелочишку ограблю. Ага. Нет, отдай Вот. Дай, пожалуйста, я в автомате куплю себе кока-колу. У вас она замерзшая, невкусная. Чудесно! Кардиган, спасибо тебе, птица золотая. Возвращаемся в тепло. Я устала, я больше не хочу видеть зимние пейзажи. Мне их хватает за окном. Реально, холодрыга наступила. Болезни атаковывают нас. Слушайте, а какой теперь смысл в теплом костюме? Мне надо, наверное, еще что-то здесь исследовать. Ну, наверное, да, наверное, еще что-то надо исследовать. Угу. Но я не хочу больше пока здесь шалындаться. Шалындаться не надо. Нам надо с тобой по квесту еще другие какие-то предметы собрать. Ключ-карту. Я знаю, точно ты мне писал. Но я не помню... подожди. Я помню, где она. Там, где тепло и берег. Берег с контейнерами. По-моему, туда надо идти. Можно, в принципе, сходить. Мы не так далеко находимся. Мы просто с противоположной точки. Сейчас мы к домику нашему пойдем. Отдохнем, если не умрем. Кабанов мы не добили. А, не добили. Добила я ж кабанов, да? Да, не помню, сейчас глянем.
Сейчас глянем, сможем ли мы теплый костюм сделать. Но если мы сделаем теплый костюм, здесь домик построить. Все равно концентрация чумачечих вот в холодном биоме меньше, чем там, где тепло. Хоть что мне говори. Здесь они не ходят особо. Здесь так быстро выносливость кончается. Просто финиш. Вот. Пошли к солнышку. Бэмбочка, здравствуй. Я даже тебя догнать не смогу. Ой, зайчик побежал. Так. Дом, милый дом. А где мой дом? А вот он, синенький. Ты что, Катя, забыла? Я уже забыла. У меня уже все в глазах белым-бело. И никаких заметь снежных ангелов я не сделала. Только какие-то белые черти приходили, меня убить пытались. Есть немножко охота, пить немножко охота. Это мы с тобой сейчас быстренько запасемся. И если я правильно поняла, то нам с тобой... А куда? Вот я здесь. Где-то же я эти контейнеры видела. Дерево вляпалось. Контейнеры видела. Они где-то на берегу были. Там еще черепахи были. Но я не знаю, где там пещера. Вообще понятия не имею. Надо будет исследовать. Сейчас такое немножко получается исследовательская миссия у нас. Ой-ой-ой-ой. Ой, пацаны, стоп-энда! Стоп-энда, я без броньки. Раз, два, три. Вас трое. Эй, эй, игра, не зависай. Где они? Все, теперь идем. Мне как раз ваши косточки нужны. Ай, бьется, бьется. Да блин, ты что, никак не согреешься? Хрюк, хрюк. Ты видел, как он хрюкнул? Слышь, пятачок, ты что хрючишь? Опа, не надо со спины нападать. Полуженщина, получеловек. Полу моя будущая еда. Опа, надо добить. Есть. Где еще один? Вот, вот как надо было действовать. В повороте не туда. Понимаешь, они бегать от этих дураков, когда они тебе стрелы шмаляют под ноги. Нифига подобного. Берешь оружие и вперед. Тык-дык, 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 тык-дык. Да, лягушка? А это бурундук. Ну, она в любом случае со мной согласна. А где мой дом? А вон мой дом. А если я этого скину? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, блин, он здесь ложится. Очень красивую первую позицию. А я могу его забрать? Иди сюда. И вернись. Я все прощу, мой дорогой. Вот здесь спустимся. Убежал. Вот. А то от этих, значит, ненормальных маньяков все... Компания в лесу. Шесть, мать вашу, человек. Сидят там, байки травят, пиво пьют. Значит, взрослые. Значит, самостоятельные. Значит, зарабатывать умеют. Тут какой-то один дурачок с бензопилой выходит. И они такие, ой, паника, паника. Разбегаются по всему лесу. Темному. Бегал по темному лесу хоть раз. Да ты два шага ступишь, и все, ногу сломаешь. И он за ними, как дебил, бегает. Вот, собрались! Палки в зубы, накостыляли! В костер кинули! Нету тела, есть кости! Есть кости, есть броня! Есть броня, есть жизнь! Понимаешь? Так, что у меня? А, ну мне надо немножко этих бронечки скрафтить. Да-да-да, мне не хватает немножечко. Че, мстить идешь за братьев? Ну пошли! Шашлычник бежит! Шашлычник! Шашлык надо! Вкусный, бедренный, артериальный! Опа. Вау-вау-вау. Говорит, что-то не то. Крокодилов, главное, чтобы не было. И вздохнул так. Мне так жалко, они так, когда вздыхивают, я прям чувствую их последний взмых. Ну, знаешь, да, вот это дыхание смерти озаряет меня. Зловонное причем. Мне оно не нравится. Опа, больше нести нельзя. Лой, Вер, так давай съедим. Верка, Верка, съесть тебя. Хорошо. А ну эту собери, что я зря просто так... Просто так, пёлышко, пёлышко, стой! Мяско заодно. А чё? Вот смотри, вот видишь, опять они пришли. Опять пришли сумчатые. Не хочу я их бить, беспонтовых тварей. Пусть живут. Крокодилы редкие существа, пусть будут. А почему у меня дом починен? А почему у меня дом починен? Как это так работает? Не поняла. Ну ладно, спасибо. Значит, пришли, отработали. Значит, какого-то папуаса совесть все-таки есть. Он решил под шумок ночью прийти мне дом доделать. Да черепа мне не нужны. Умничка, золотце. Не все они плохие, не все.
Я же говорю, какого-нибудь можно было бы на хозяйство взять. Стеснительные, правда. Вот стеснительных нам не надо. Так. Ой-ой-ой! Ой! Шавка прибежала, слышишь? Опа. Ой, я же прям напугал. Что ж ты так носишься-то? А? Ты ж так себе ноги не переломаешь. Если уж хочешь носиться, носись как следует. Я что сейчас съела? Я... Ой, бляха-муха, брось. Кто говорит, а? Ой, как ты сыпись. Ты мой недоделанный Гарри Поттер. Слышь, иди сюда, я тебе печать на лоб поставлю. ИП имени Мертвякова. Я тут похорону беру, может. Да вот кто у меня тут, а? Ты чё, за своих? Ух ты, какой жлюка. Ух ты, какой жлюка, слышь? Крокодил-бегемот ушел. Ну и ладно, пока подожди, давай кинем. Сейчас броньку накрафтим. Тут вроде хочешь дела делать. Ой, как ножки он свои, а? Ну посмотри, ну пяточки. Какие обугленные. Когти торчат, прям как будто наждачки ни разу не видывал. Так, давай-ка. Ага, прям по-быстрому. Вот это я у мамки дизайнер. Вот это я могу. Вот это я красотка. Маловато, маловато брони. Маловато. Если мы с тобой полезем в пещеру, мне кажется, нам там надо прям по полной одевать бронечку. Согласись. Сейчас... Эй, иисусский свет. Сейчас вот это прогорит. Мы в любом случае в ночь не можем идти? Не можем. Нам с тобой надо дождаться дня. И днем мы пойдем. Сейчас мы... Вот, вот это шикарно. Оп, оп. Все. А по-моему, светает. Не, нифига не светает. Дай-ка я посплю тогда. А мне не дают больше спать, я уже спала. Говорит, немного ли ты сдрыхнешь, красоточка? Превратишься в спящую принцессу. А тут принцы такие прыгают. Поцелуй их не захочешь отведывать. Эй, что тебе надо? Опа. Давай вот так. Давай вот так. Короче, значит, я пойду возьму... Что у меня по... 4 взрывчатки. Можно одну взрывчатку взять. Скрафтить я все равно не смогу. Хотя, может, я найду часы. Нет, давай пойдем с тобой взрыв... Эй, обойдем этого дурака. Да. Блин, ну тварь, броню одну сожру. Падла такая. На! Давай. Скотина. Скотина, ненавижу тебя, рептилия. Ненавижу. Я тебя пожалела. Мамка за тебя просила, а ты... Варина. Бесполезная. Пэмба. Не подпади под горячую руку. Взял броню одну, снял. Ну как так? Ну почему? Опа. Давай напьемся. А зачем? А зачем? А можно бурдюк наполнить еще объединение? Не, зачем? А выбрать? Почему пусто? У меня же было полным-полно. Хорошо. Та-та-та-та-та. Не, ну убери. О, миска наберем. Как... Подожди. Сырой-то оставим, а вот... Опа. Я не пойму, знаешь что, как повесить сырое? Не, у меня все нормально. Иногда вешаешь все подряд. И вяленое используешь, которое уже нормально готово. Сейчас одно съедим. Опа. Ой, вкусненько как. Без соли, без ГМО. Без Ролтона, без ничего. Просто мясо засохший. Кусок бренности. Оленя. Так. Все, пошли. Пошли с тобой ближе к контейнерам. Это куда нам с тобой? Это я не в ту сторону ведь двигаюсь, а ведь не в ту. Нам надо к кратеру двигаться, правильно? Правильно. Можно пойти вдоль речки. Thank you.
Ого. Все, наше окно оттаяло. Замечательно. Сразу и ночка хороша, да? Присаживайся. Знаешь, под какое деревце мы с тобой сидим красиво. Птички летают, все замечательно. Чего ты каркаешь-то? Твое дерево, я не против. Я пошла, ладно? Просто выйти к побережью. Просто выйти к побережью, а там мы с тобой уже разберемся. А вот у меня желтенький какой-то домичек тоже. Мой, не мой, кто его знает? Ну-ка, погоди. Так. Это какой-то ручей. Ну, такой себе хлипенький ручеечек. От мутантов не спрячешься. Вот, смотри-ка, мы с тобой вышли на пляж. Нефиг непотребства всякие тут ставить. Ага. Тумбаюмбовский. Тумбаюмбовский пляж есть. Пошли к нему, подойдем. И значит, где-то здесь у нас еще должны быть палатки. О, вон, видишь, бежит. Видишь, бежит? Видишь, бежит. Да я хочу у него шмальнуть. Куда он побежал? Куда он побежал? А как целиться-то? Как стрелять-то? Мужик, иди сюда, подобным будешь. Слышь, манекен. Мне нужно огонь проверить. Ага. То есть, это тебя не убьет, да? Ну, хорошенько дезориентирует. Опа, зубик дай. Опа, еще один зубик. Ты что, еще живой? Блин, не видно ни хрена. Да ладно, ты еще живой? Да как так-то? Да подожди, обгорелый мой. Иди сюда, я тебе припарки сделаю. Фредди, стой. Детишечки, не виноваты. Ты же их сам убивал. На. Понятно. Ракетница хорошо шмаляет, она их подгорает, и можно... Пойдем. Пойдем с ним. Пойдем, возьмем его. Пока они дезориентированы, можно неплохо можно. О, вот она палатка. Вот здесь мы с тобой сохранимся. Мужика оставим. Не одиноко будет ночью спать. Ха, хорошо. Можно будет их быстренько завалить. Что у нас здесь есть хорошего? По-моему, мы с тобой здесь лутались. Ничего нету. Не, веревка висела, точно. И еще одну дай, пожалуйста. Замечательно. Быстро спим. День наступает, днем мы должны все увидеть. Да, вот. Сейчас точно должен день быть. Скажи солнышке привет. Ой, солнышко, привет. Ну все. Теперь нам надо с тобой найти контейнеры. Контейнеры у нас были дальше. Это однозначно было дальше. Так ведь. Бежим. Ох, и приключенница сегодня. Ох, и приключенница. Вон, видишь, какой-то флаг горит впереди. Вот туда мы с тобой и двигаем. Ой, покушать хочется? Нифига себе, голодная. И выпить хочется. Вот и энергию восстановили. Постоянно надо эту кока-колу пить, чтобы энергии было нормально. Ну, не хочу. Животик жалко. Смотри, какая тень. Ай, какой дурачок бегает. Во, ребят, вот, короче, вот здесь контейнеры. Как ты писал, что в этой области есть у меня, значит, пещерка. Ну, давай поищем. Давай к контейнерам подбежим. Мы там даже можем что-то полутать. А, там коробки. Там коробки с грузом. И, по-моему, я в прошлый раз их не разбивала, что было глупо. Ой, за одну черепаху одну завалим. Потому что... Мне нужен будет панцирь. Тортилку сейчас быстренько одну оприходуем. Вот, здесь платы. Опа. Это какая-то уже полу... Да давай! Ё-моё, Почта России меня бережет. А где же здесь пещера может быть? Кто знает. Опа. Так. Давай, сколько я там собрать могу? Прости меня, моя родная. Так, не смотри, глаза закрой. Это совсем не 150-летняя черепаха. Нет. Это просто подкормка для рыбы. Ну, добей ты ее, она же мучается. Ну, мучается же, бедолага, есть.
Плюнь. Все, взяли. А, уже все, уже все, уже набрала. Так, значит, где-то в этом лесу, получается, у нас есть пещера. Какая-то у меня тут... А вот это вот, что у меня отмечено на карте? Я к ней приближаюсь или я отдаляюсь? Нет, я приближаюсь. Так, ребят, погоди. Может быть, где-то среди камней? Запрятан вход в пещеру. Стойте, стойте. Да нифига подобного. Да блин, а где? Почему так тяжело найти? Где-то здесь точно он должен быть. Вот смотри, у меня на карте нарисован О, это варан. Вот, я как будто прям под низом стою, да? А если... А где же здесь вход? Но он в земле? Либо в земле? Ну-ка, давай камни поаккуратнее осмотрим. А то я в прошлый раз вообще жила рядом с пещерой и в глаза ее не видела. Убери пока карту. Так, тут нету, нету. И если что, можно просто прямо идти. Там еще нарисовано пещера. Да ладно, да вот ты посмотри. Это что такое? Да вот это что за узкота? Что за девственный вход? Ну пойдем. А мы с тобой не сохранились? Мы с тобой не сохранились? Ну зачем? Первая смерть же доступна? Доступна. Ой, мне страшно, я тут не была. А мы, по-моему, же с тобой затянули, да? Затянули, затянули немножко, поэтому... Давай как-нибудь по-быстрому это сделаем. Так. О, сохраняшка, сохраняшка, сохраняшечка. Так. Где, мать вашу, сохраняшка? Ух ты, кассета. Ух ты, огонь. Классно. И ну... Вот стой, 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 где, 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 где? Только... Вот. Аллилуйя! Ура! Ух, пошли, пошли вперед, что-то новенькое. Что-то новенькое, дико страшно. Но, подожди. У меня есть... Лак для волос. Я начну с него. Если что, я пока буду поджигать. Ракетницу поберегу. Там свет горит. Там свет горит. Так. Я на... Опа, она еще спуск. А я понятия не имею. Мне вниз? Или прямо? Я не знаю. Блин. Ну, пойдем пока прямо. Если что, я вернусь. Если не найдем... Почему я не могу пройти? Я надеюсь, что просто она не... Ёпа-мать! Чуть не обделалась от ужаса. Еще один спуск! Да вы чё? Там кто-то есть. Там кто-то ходит. Блин. О, стой. А, выбрать. А, погоди. Это убери. Нет, погоди, это соедини. Я хочу вот... Они что, ко мне бегут? Да не, ну блин, ну... Как я... Вот как. Так, что у меня там? Два папуаса, хорошо. А, стой, знаешь что? Подожди секунду. Погоди, мои золотые. А что нельзя? Я не вижу, чтобы у меня фонарик светил. Понимаешь? Ну-ка, если разобрать. Может, у меня батарейка закончилась? Убери. Удалить. Теперь батарейки. Я не знаю, вот как вот. Хорошо. Теперь с луком. Что тебе не хватает? А, скотч? Конечно, все держится на скотч. Было бы удивительно, если бы не так. А, да, блин, сверни, сверни. У меня мандражение. И все равно нифига не светится. Что за R? А,
А, вот вижу все, пацаны. И слышь? Блин, где он там, а? Ага, промазала. Есть. Убила? А живой подлюк такой. У меня есть еще коктейль Молотова. Можно их сжечь. У меня же есть коктейль Молотова. У меня есть выпивка в любом случае. Я не знаю, вот стоит их вообще бить или нет. Может, вернемся к тому входу? Да вообще, знаешь что? Что мы с тобой сын? Правильно? Правильно. Давай мы с тобой берем катану и пошли вниз. Броня есть? Есть. Уж потихоньку мы с двумя как-нибудь справимся. Да, мальчики мои золотые, я к вам иду. Да, блин, да куда ты, блин, спустись ты? Ё-моё, дебилушки, сколько вас здесь, а? Ты своего убил, ты в курсе? Долбанат. Да не лохи, вот я больше думала. Ох, да брось ты, как? Зачем мы с тобой сюда пришли? Так. Я не пойму, куда мне идти. Ой, прикольно. Моя стрела. Да-да-да-да-да. Давай на этом сейчас мы остановимся. А, нет, подожди. Зачем останавливаться? Я вижу, вон, что-то проход какой-то. Да твою маму! Да куда идти-то? И здесь проход. И... Черт, почему мне не написали, куда идти? Я боюсь. И здесь вниз. Это что там такое? Бэбички. Пошли бэбик валить. Так, давай броньку наденем. Прям по полной, плевать. Потому что страшно дико. Так, бэбички есть у нас, бэбичков. Как бы загасить бэбичков? Выбрать? Надо ее поставить на быструю клавишу. Золотые мои карапузы. Стой, дай-ка как-нибудь. У меня вообще долетит огонь. А что, их только трое? У меня рука не сгибается. Горит синим пламенем изверг. Их там много, погоди. Дай-ка мне коктейль Молотова выбрать. Да зажигай. А, вон там, вон туда. Вот, отличненько. Ай-яй-яй, мой хороший, Ай, промазала. Давай вон туда, вон копошаться. Кучечка. Мама к ней... Блин. Да почему он... Ёб твою мать, что ж я за дур, я ж не зажигаю их. Я волнуюсь. Все, короче, надо, наверное, заканчивать. У меня какое-то дикое волнение пошло. Ёб! Что за... Зачем ты это сделал? Зато как быстро спустились. Вот. Ох, сколько тел. Бабичка сожгли, классно. Мамки-то, надеюсь, их нету? А мамки их в телефоне сидят на лавке. Офигеть, здесь сколько... Палочка. Смотри, сколько наших! Слышь, не доделаешь их! Я вообще... Вообще к вам не хотела спускаться. Мне кажется, кто-то ползет. Ёпа мать! Это что там было? Нет, это просто ничего не блестело. Да, 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 слушайте, классно. Вот это меня фартануло, что я не тупанула и не полезла в другие проходы. Мы нашли с тобой сегодня ключ-карту. Это что такое? Это видеокамера. Подожди, где она? Где? Опа. Давай. Выбрать. А как смотреть? Как это? Что? Где? Где кино? Где кино? Кто-то бежит. Мне камера не видно, ты прикинь. Ладно, брось. Мне, говорит, не время смотреть.
Надо выбираться наружу. С другой стороны, можно здесь сохраниться и продолжить дальше исследовать. Давай на этом остановимся. Еще чуть-чуть, может, полазим по этой пещерке. Продолжим уже в следующей серии. Огромное спасибо, что был со мной в этом нелегком путешествии. Надеюсь, тебе понравилось. Мы довольно уже неплохо продвигаемся по игре, по сюжетке, как я понимаю. Тут в любом случае надо сюжетку выполнять. Единственное, что надеюсь, что мы успеем с тобой построить еще какую-нибудь красивую крепость и поубивать извергов, мутантов. Вот. Если понравилось, не пожалей лайка. Пожалей людей. Пиши комментарий. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию. До встречи. Всем пока-пока. Это тванище, да? Капец, оргия. Калигула нервно плачет в сторонке.